происходит встреча уровня программы «Жди меня». Спустя века, практически столетия, хочет восстановить историческую правду правнук Петр Сусанин. Вот сейчас мы подошли к месту, где около двух столетий назад жила прапрапрабабушка Петра. Еще задолго до того, как Иван Сусанин появился на Костромской земле, Юрий Долгорукий, размышляя о будущем Костромской земли, уже тогда предвидел, что появится человек, который изменит и сознание, и культуру, и мировоззрение людей, обитающих на этой земле. Еще одно разочарование сегодняшнего путешествия. Мы пришли к тому месту, где Иван Сусанин и задумал свой коварный план когда-нибудь в жизни кого-нибудь куда-нибудь завести. Мы понимаем, что наш общий дом – это Россия. И историческая правда нам очень сильно важна. И только благодаря ей мы можем идти смело в светлое, доброе и великое будущее. Я босым бы по полю добежал до Москвы. Я бы насиловал волю, хоть смущались бы вы. Эх, куда ж меня носит черт, за какие моря? Почему же я миссию несу вот так я?